HBO Pictures совместно с Silver Screen Partners представляет. Производство Филдмана и Микера. Рутгер Хауэр, Си Томас Ховел, Джеффри Демун, Билли Гринбуш, Джон Джексон, Генри Дерроу, Джон Ван Несс и Дженнифер Джейсон Ли в роли Нэш. Композитор Марк Ишан. Оператор Джон Сил. Автор сценария Эрик Ред. Продюсеры Дэвид Бомбик и Кип Охман. Режиссер Роберт Харман. В Эль-Пасо сейчас 4:15 утра, суббота. На радиостанции, которую слушает весь Эль-Пасо, сейчас дядя Брюс с новостями о рынке и фермах. Мама говорила никогда не делать этого. Будьте здоровы. Меня зовут Джим Холси. Джон. Райдер. Вас где высадить? Я тебе машину намочу. Это не моя машина. Я просто ее перегоняю. Парень ждет ее в Сан-Диего. Куда направляетесь? Закурить есть? Да, конечно. Так вы скажете, куда едете? Да, конечно. Почему вы на меня так смотрите?
число. Просто смотрю. Зачем вы это сделали? Я задал вопрос. Я тебя испугал? Послушайте, я думаю, вам лучше выйти. Поездка окончена. До свидания. Я буду сидеть здесь. А ты будешь вести машину. Извини. А что произошло с той машиной? А что? Просто мне показалось, что я что-то увидел. У меня кончился бензин. Значит, вам нужна заправка? Не помешало бы. Хорошо. На заправках есть сигареты. What about gas? А как же бензин? Бензин мне не нужен. What do you want? А что вам нужно? What's so funny? Чего тут смешного? That's what the other guy said. Тот парень тоже так сказал. Who's the other guy? Какой тот парень? The guy who парень, was driving что ехал в той машине. Парень, который подобрал меня перед тобой. Это он был в той машине? Уверен, что он. Он не мог далеко уйти. Почему? Потому что я отрезал ему ноги и руки. И голову. И с тобой собираюсь сделать то же самое. Думай. Из какой части Иллинойса? Что? Твои номера. Скажи ему. Из Чикаго. Моя жена из Рокфорда. Сигаретки не найдется? Нет. Так, дорога свободна. Давайте, проезжайте, голубки. Поехали. Хочешь узнать, что происходит с глазом, когда его прокалывают?
Ты представляешь себе, сколько крови вытекает из человека, когда ему перерезают горло? Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты остановил меня. У тебя нож. Ты зарежешь меня прежде, чем я смогу что-либо сделать. Правильно. Так что тебе терять? Останови меня. Плач не поможет. Продолжай ехать. Прошу вас. Я все сделаю. Скажи три слова. Хорошо? Скажи. Я хочу умереть. Чего сказать? Я хочу умереть. Скажи это. Не знаю, смогу ли я сказать это. Конечно, сможешь. Повторяй за мной. Я хочу. 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 Хочешь? Хочу. Умереть. Умереть. Я не хочу умирать! Да. 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 Пошел ты, приятель.
давай, сукин сын. Thank you.
Ладно, увидимся в 4. Откроемся только через 45 минут. Пожалуйста, мне нужен телефон. Извините, я не могу вас пустить. Мы закрыты. Нет, послушайте, мне нужно позвонить в полицию. Что случилось? Я не могу сейчас объяснять. Просто дайте мне позвонить. Если Джек увидит это, он меня вышвырнет. Телефон за углом, проходите. От вас несет бензином, вы попали в аварию. Да. Алло, полиция. Меня зовут Джим Холси. Я знаю, кто убил этих людей. Этот парень ехал автостопом. Бензоколонку тоже он взорвал. Джим Холси. H-A-L-S-E. Я в ресторане «Длинный рог». Приедете? Да, сэр. Да, сэр, я никуда не уеду. Господи. Если вы думаете, что полицейские скоро приедут, то запаситесь терпением. Месяц назад за углом парня застрелили. Они сюда со скорой 45 минут ехали. К тому времени бедняга уже умер. За счет заведения. Вообще-то повара еще нет, а это все, что я умею готовить. Спасибо. Очень любезно с вашей стороны. Все будет хорошо? Надеюсь. Выглядите намного лучше. Вы не будете против, если я закурю? Извините, что я досаждаю вам, но... Вы удивитесь, если узнаете, какой сброд здесь проезжает. Как еда? Очень вкусно, спасибо. Меня зовут Нэш. Джим Холси. Я вам очень благодарен. Вы откуда? Из Чикаго. А куда едете? В Калифорнию? В Калифорнию, да. Как вы догадались? Туда все едут. В Голливуд? Нет. Сан-Диего. Я подумывала о переезде в Голливуд. Владелец этого ресторана Джереми и мой кузен. А дядя Джек готовит. Вот так, понимаете? Мы тут все родственники. Тяжело просто бросить все и уехать. Но никогда не знаешь наперед, что тебя ждет. Мой брат Билл с Марса.
Вообще-то мы тут все с Марса. Просто космический корабль оставили в степи. А вы с какой планеты? Что? Вы ни слова не слышали из того, что я сказала, да? Слышал. Ничего не слышали. Ешьте свой чизбургер. Мне все равно надо из холодильника кое-что вынуть. Оставайтесь на месте! Лечь на землю! Подождите, он там! Задницу на землю или мы стреляем? Повторять не буду! Руки за спину. Медленно. Бумажки в кармане. Заткнись. Мы знаем, что делать. Господи. Боже мой. Он подложил его мне. Он подложил его. Заткнись и не двигайся. Don't move. What's going on? Что происходит? За что вы его забираете? Не лезь не в свое дело. За что вы его арестовали? Подбери его барахло. You know ты знаешь guy? Этого парня? Really. Не совсем? No. Нет. Well, так какого черта он делал внутри? Половина полицейских штата ищет этого урода. Отвезем этот мешок с дерьмом в участок. Где ваши водительские права, документы? Где кредитки? Парень, о котором я вам говорил, забрал мой бумажник и подсунул нож. Права были в бумажнике. Кредиток у меня нет. Техпаспорт на машину он тоже забрал. Откуда у такого парня, как ты, такая дорогая машина? Украл, да? Украл. Это не моя машина. Я ее перегоняю. Я должен доставить ее в Калифорнию. Парень ждет ее в Сан-Диего. Его имя? Я не помню. Но я знаю номер перегонной компании. Позвоните им. Черт, сынок, лучше сам начинай кому-то звонить, потому что ты в глубоком дерьме. 312-399-2090. Я так хорошо знаю номер, потому что я звонила много раз. Я месяц ждал эту работу. Я хотел отогнать машину в Калифорнию. Поэтому пришлось так долго ждать. Спасибо, что позвонили в перегонную компанию. Наш офис в Чикаго работает с 9 до 5, с понедельника по пятницу. Выходные в субботу. Что будем делать?
У тебя есть еще один звонок. Звоните моему брату, он должен быть дома. 312-905-944. Может, вы недостаточно долго ждали? По-вашему, я похож на убийцу? Завтра из Остина приедут ребята. Они очень хотят с тобой поговорить. Я дам тебе возможность немного отдохнуть. Камеру его. Уберите его с глаз моих. Пошли. Джек, этот парень не убийца. Любой дурак сможет это понять. Окей, так, анфас. Стой спокойно. Повернись направо. Стой. Налево. Хорошо получилось. Твоей маме понравится. Пошли. Веди себя хорошо. Эй! Hello? Эй! Received case 518.
Давай. Стойте! Осторожнее. Поговори еще. Отойдите к машине. Сними с ремня наручники и надень их на своего напарника. Я? Нет, ты. Я? Да, ты! Хорошо. Хорошо. Теперь мы немного прокатимся. Один сядет спереди, другой сзади. Открой дверь. Открой дверь, Джек. В машину! Мы с тобой сядем вместе. Понял? Понял? Да. Правда? Так, на старт. Внимание, Марш. Я могу закрыть дверь? Да, закрой. Start the car. Заводи мотор. Head for the highway. Выезжай на шоссе. Ты можешь по этой штуке связаться с кем-нибудь главным? Я попытаюсь связаться с капитаном Эстериджем. Хорошо, попытайся. Но никому не говори, где мы. Центральная, это наш номер. Я сказал ничего не говорить. Центральная.
Это одна из ваших машин. Нас захватил подозреваемый. Он хочет поговорить с капитаном Эстриджем. Эстридж, 10-11. Пытаемся вас засечь. Ждите. 10-12. Эль-Пасо. Чисто. Это капитан Эстридж. Вы меня слышите? Прием. Капитан? Это Джим Холси. Вы должны выслушать меня, капитан. Клянусь, я не убивал этих людей. Я подставил парень, которого я подвозил. И что ты предлагаешь нам делать, сынок? Бросьте. Это вы мне скажите. Прекрати все это, отпусти моих людей и сдайся. И мы все уладим. У меня нет документов. Мне некому позвонить, чтобы вы меня проверили. Ты хочешь сложить оружие и сдаться? Обещаю сделать все, что в моих силах, и проверить, обоснованно ли тебя обвинили. Я доверяюсь вам, капитан. Вези нас. Я знаю, что ты что-то поймал, потому что ты самый лучший рыбак в этих краях. Но если это все, что ты можешь съесть, то не знаю, что ты можешь сделать. Ну, подождем прилива. Думаю, что вам пора идти. А мы пойдем. Увидимся. Пока, Элис. Пока. А с вами что случилось? Ничего. Ничего? Ничего не случилось. Мне нужен кофе. Варится. Принеси это за столик. Ты в порядке, парень? Нет. Ahem.
Как тебе Говновиль? Не шевелись. Сиди, где сидишь, или я тебе мозги через задницу вышибу. Ты меня понял? Пистолет не заряжен. Да? Да. Да? Да. Ты ведь не проверял его, да? Помоги мне, я вышибу тебе только половину. Хорошо. Нажми на курок. Нажму. Пожалуйста, нажму, потому что, можешь быть уверен, я на свой нажму. Почему ты делаешь это? Приднимся. Парень, выясни.
Я не делал этого. Я ничего не делал. Я никого не собираюсь убивать. Я не убийца. Сегодня утром этот парень пытался убить меня. С тех пор он меня преследует. Я не знаю почему. Ты мне веришь? Конечно, да. Да. Не веришь. Я бы и сам не поверил. Давай сядем. Что ты будешь делать? Сдамся. У меня нет выбора. Тихо и спокойно. Выходи давай. Выходи, выходи. Я сдаюсь. Выйди за двери. Отойди от автобуса. На землю, живо. Шевели задницы, быстро. Я сдаюсь, но я не виновен. Ты убил двоих моих друзей. Ты плюнул мне на руку. Что? Я сказал, ты плюнул мне на руку. Вытри. Я не вооружен. Вытри. Хватит, Лар, успокойся, заткнись. Давай отвезем его в участок. Я сказал, заткнись. Вытирай. Опусти револьвер. Будь ты проклят. Бросить оружие и не поворачиваться. Поверить не могу, что вы хотели сделать. Ты не знаешь, кто он. Вы взяли не того, Лайл. Вот уж нет. Успокойся. Ближе не подходи. Отдай револьвер. Разряди их, у тебя и так достаточно проблем. Ты только что спустила свою жизнь в унитаз, девочка. Когда выяснится правда, со мной все будет в порядке. Я повезу его к шерифу в Райли. Поехали. Поехали. Давай. И что теперь? Мы едем в Райли. Ты умеешь пользоваться рацией? Слушай, лучше я тебя выслушу. Нет, пока я с тобой, они тебя не тронут. Мы можем связаться с ними по рации. Да, и что мы им скажем? Скажем, что мы сдаемся. Пристегни ремень. И мой тоже. Алло! Вы меня слышите? Мы хотим сдаться. Мы сдаемся. Вы слышите? Послушайте меня.
Послушайте меня, мы сдаемся, вы слышите меня? Мы просто хотим сдаться. Вы слышите меня, слышите? Алло! Алло! Ублюдок уходит, ведите его. Он идет на хорошей скорости. Возьми револьвер! Стреляй! Нет, я не буду ни в кого стрелять! Стреляй по колесам! О, боже! Они убьют нас! Стреляй! 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 Нет! Нет! И я тебя достану! Господи боже, стреляй! 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 Я уронила пистолет. Что? Бери ружье! Понял, осторожно, вот так. Ближе, вот так. Держись! Черт побери! Ты в порядке? Да. Я в порядке. Десять, семь, три, два, один, два. Вы целы? Дочь.
Быстро, сматываемся. Почему он не убил нас? Пошли. Почему он не убил нас? Пошли. Ты в порядке? Почему ты подобрал его? Хотел помочь ему. Я устал. Я подумал, что с ним я не засну. Я могу сесть рядом? Что ты делаешь? Хочу позвонить отцу. Нет, никаких звонков. Это мой отец. Я сказал нет, пока мы не решим, что делать дальше. Я смогу все объяснить. Все не так просто. Я уже пытался. Мне страшно. Мне тоже. Спасибо. Нэш? Ты не спишь? Нэш? Спляшем. Нет, все нормально. Не надо. Я в порядке.
Просто я хотела, чтобы ты знал, где я. Все думают неправильно. Нет, я говорю странно, но я в порядке. Апостол Павел говорит нам о поисках духа веры. Нэш, вы должны взглянуть на природу, где дух возвращается каждый день. Я священник Холлинс Максвелл, приглашаю вас посетить воскресенье нашу церковь. Нэш, это третий канал телевидения KCAK, Техас. Наши программы идут также в Вашингтоне. Мы заканчиваем свой эфир. Нэш, наш утренний эфир начинается в 6 часов. Спокойно, спокойно, успокойся. Ты Джим Холси. А вы кто? Я капитан Эстридж. Мы говорили по рации. Где она? Ты поедешь с нами, нам нужна твоя помощь. Нет, нет, стой, стой! Пожалуйста, не надо! Сделайте что-нибудь, сделайте мать вашу! Мы не можем, стой! Нет! Да сделайте же что-нибудь, сделайте! Нет! Нет! Сделайте что-нибудь! Если мы убьем его нога отпустит сцепление, грузовик поедет!
пожалуйста. Иди туда и посмотри, что можешь сделать. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Пожалуйста, помогите. Пожалуйста! Она красивая. Он заряжен. Возьми его. Давай, бери. Договоримся так. Я дам тебе наставить его на меня, прежде чем я что-то сделаю. Тебя поймают. Пожалуйста! Да. Конечно. Ну и что? Возьми револьвер. Пожалуйста. Сделайте что-нибудь. Направь меня в лицо. Прямо вот сюда. Хорошо. Ты знаешь, что делать. Сделай это. Нажми на курок. Она умрет. Боже. Ты бесполезный мусор. Не могу сказать, как мне тебя жаль, сынок. Могу я для тебя что-нибудь сделать? Когда тебя отпустят, тебе стоит сходить к настоящему врачу и сделать полное обследование. Мы все знаем, что ты ничего не мог сделать. Кто он? Никто не знает. Ни арестов, ни водительских прав, ни свидетельства о рождении. Мы прогнали его отпечатки через компьютер. В результате ничего. Я знаю, что мы что-нибудь выкопаем, но сейчас мы даже не знаем его имени. Как вы себя чувствуете? Устал. Он не может ни видеть нас, ни слышать. Я хочу поговорить с ним. Как вас зовут? Давайте. Говорите. Как вас зовут? У вас есть имя? Джон Райтер. Что ты сказал? Его зовут Джон Райдер. У вас были приводы в полицию? Откуда вы?
из Диснейленда. Сколько еще мы будем играть в эту игру? Я вас прерву на минутку. Проходи. Но все, хватит. Это была плохая идея изначально. Это правда, что сначала вы ловили не того человека? Без комментариев. Ладно, сынок, садись в машину. Ты в порядке? Вам его не удержать. Ладно, послушай. И послушай внимательно, сынок. Между вами двумя происходит что-то странное. Я не знаю, что это, и не хочу знать. Но говорю тебе, сейчас он в наших руках. И что с ним будет дальше, не тебе решать. Тебя это больше не касается. Ты понял? Можно мне покурить ваших? Конечно. Остановите машину. Ты им не воспользуешься. Остановите машину и не делайте никаких глупостей.
Хорошо. Что ты задумал? Выходите. Тебя убьют. А если нет, у тебя будет куча неприятностей. Простите, сэр. Но мне надо кое-что сделать. Ты не понимаешь, что делаешь. Нет. Я понимаю. Заводись, давай!